Смотрите, 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 дорогие зрители, какая красота! Орел прилетел. Нашел вам 4 плюс 1 видовую. Сейчас он появится на экране. Дорогие зрители, я прибыл в район Махмутлар. Сел на террасе и показываю вам эту красоту. Хотел найти Нину, кавказская пленница вроде убежала. Найдем как-нибудь. Уже будет турецкая пленница. Показываю. Дорогие зрители, вот там вид на дым. На горы, на море. Здесь строят новый проект, но его достроят вот до сюда. Короче, вот этот вид у вас не закроется. И вот этот кусочек места вид не закроется. Здесь у нас открытый бассейн, открытая парковка. О, большая с двух сторон, там, тут. Вот здесь тоже есть, покажу, повернись камера. О! 4 плюс 1, огромная квартира. Айда, здесь 150 лир. 8-9 лет проекту. Открытая терраса. Сейчас ее ремонтируют, это полностью отремонтируют стены, потому что здесь никто не жил. Видите, да? Стены все надо покрасить. Там уже нижний этаж ремонтируют. Сдадут его полностью отремонтированный. Вот такая огромная терраса, дорогие зрители. Джакузи надо исправить. Мотор, наверное, работает. Пройдемся сюда. Вот тут ремонтируют. Это первая спальня. Маленькая какая-то комната. Ну, спальня, скажем. Здесь тоже терраса, здесь тоже вид. Вид на Голд-Сити. Здесь строят еще, здесь строят. Рядом, около Тороса, есть магазин А101 BIM. Расстояние от моей точки, вот где я стою, до воды 1510 или 1511 метров максимум. Точная информация по всем поворотам. Я мерю всегда точно. Здесь магазин под этим зданием, вот под этим. Кого интересует квартира в этом проекте, у меня есть. Цена 113, одна стоит 112, а другая 118. Если не ушли, если память не ошибается. Потому что как квартира выходит на продажу, все уходит. Раньше были здесь цены и 80 тысяч, и 90, и 100. Сейчас все как пирожки разлетелись. Там 160 квадратных метров брутто, 2 плюс 1, но жилая 130. Отмерял тоже. Здесь мини-кухня. Тут спальня. 12 квадратных метров. Ремонтируют, тут протекало, кажется. Сделали все, крышу, потому что 8 лет никто не жил, никто не заходил. Все ремонтируют. Здесь санузел. Проточный нагреватель сюда нужно установить. Она уйдет, а как выйдет, первый, кто посмотрит, купит, я уверен. Так. Ага. Спускаюсь вниз. Итак. Начну я вот с этой спальни. Наверху сколько спальни было? Две спальни. Здесь душевая, вытяжка есть, ванна есть, есть, есть. Это маленькая спальня, 9 квадратных метров, я уже отмерил. Вот видите, цвет квартиры будет такая, какая-то бежевая, с серым цветом. Вот. Балкончик. 4 плюс 1. Тут дорожка маленький. Где-то 20% где-то уклон, спуск. Тут спуск небольшой. Тут спуск где-то 10% уклона. Ну, вход здесь. Двери закрываются, открываются. Тут можно машину, можно купить электрический мотоцикл трехколесный, или же
на лилисопеде. И также отсюда вид на горы и на соседнее здание, которое новое строит. Итак, это спальня 12,5 квадратных метров, тоже отмерил. Здесь еще один большой балкон, я выйду с той стороны. Прихожая, подлестничная площадь, вот там подлестничная сторона. Так, гостиная, шпавивсёная, совместительная с кухней. Можно ее отделить, вот так. Тут, видите, ремонт идет. Вид с кухни. Дорогие дамы, там готовить, смотреть крепость Алании. Сейчас сколько время? Вот, время съемки 11:13. Сегодня 13 апреля. У моего друга день рождения. Его поздравляю от всей души, радости желаю. Суат. Так. О! Все, увидели, сейчас покажу этот балкон. Вот вид с балкона. Вид на горы, дорогие зрители. Что еще надо? О, еще крепость Алания видна. О, здесь тоже море будет видно. Сейчас. Здесь. Здесь. Здесь тоже горы видно. И как вам моя папаха сегодняшняя? Это мой танцевальный костюм. Я на свадьбах танцевал раньше. Лезгинку, да? Я сам же лезгин, а маржол кавказский, да? Ух ты! Я танцор бывший также. Талантов у меня много. Еще на синтезаторе играл несколько лет, 8 лет у меня. Пианино там. Хотел на свадьбах, но потом бросил. Стал IT-специалистом. Компьютер вышел в 2004 году. Вот Pentium 3, Pentium 4. И тогда я ушел из этой профессии. Сюда, а теперь стал экспертом по недвижимости, дорогие зрители. Вот как жизнь, фортуна. 15 лет стаж в IT, бросай все, переходи. Мне кажется, это бизнес лучше получает, это дело. Еще мне говорили, стать актером в детстве, чтобы я подавал в этот... забыл, университет. Театр, не театр, короче, работать в театре говорили, но я не согласился, потому что я не захотел. Я знал, что я когда-то перееду в Аланию и стану экспертом по недвижимости. Все, дорогие зрители, сейчас я сниму вам коридор, лифт и двор. Не закрываем ролик, ставим лайки, пишем комментарии, папаха, нравится, не нравится, и прямо все. Итак, дорогие зрители, вышел я из квартиры, дверь с этой стороны, три квартиры на этаже, вот, тут коридорчик и лифт, 10 этаж, он как 11, так как проект на высоте построен, вид у него никогда не закроется, все остальные проекты снизу, ага, открывайся, сезам. Вот. Так, вместимость 4 человека, панорамные окна. Угу. Уважаемые зрители, для вашего удобства цены и условия наших квартир мы указываем в описании к каждому видео. А также в описании есть ссылка на наш телеграм-канал с горячими предложениями недвижимости в Алании. Переходите, подписывайтесь на наши каналы, чтобы быть первыми в курсе интересных предложений. Если есть у вас отзывы и вопросы, не стесняйтесь, пишите комментарии, и я вам обязательно отвечу, дорогие зрители. Идемте дальше. Здесь у нас вход, вот такой, коридорчик. Тут лесенки с этой стороны, там открытая парковка, сад ухоженный. Здесь пандус. Спускай вниз.
этой стороны можно также выйти к этой парковке. Открытый бассейн большой. Вот так вот. Покажу вам спуск. С высоты не было видно. Цветы покажу. Пахнут очень классно. Вот видите, машина спускается. Где-то 20% здесь спуск вот такой. А с этой стороны нет большого спуска. Вот здесь прямая дорога. Вот фасад здания. Ставим лайки, делимся информацией, там делитесь на Facebook, не знаю, контакт, монтакт, куда хотите, но делитесь, чтобы много людей видело, много просмотров было, и чтоб я продал эту квартиру, заработал. Так, дорогие зрители, по-кавказски, всем ассаламу алейкум.